Снова здорово, дамы и господа, на связи Роман и канал Freez & Games. Мы продолжаем с вами завоевание. Сегодня у нас четвертый сектор. Сегодня будем мучаться с ЛВ. Скорее всего, если мы до него дойдем, давай мы сразу сделаем вот так. Раз. Вот. Потратьте энергию перед новой покупкой. Ты посмотри, какой хитрый. Ладно, хорошо, допустим. Бракованная партия. Бракованная партия. Сейчас у меня переключится сам экран. Окей, потому что я забываю переключать. И сделался автоматическое переключение сцен. Если что. Но я сначала подвиги посмотрю, локальное немножко. Используя полный отряд ситхов. Отлично. Клоны, штормовики, 50 врагов. Скрытность 40 раз. Попробуйте наложить блокировку способностей 40 раз. 60, извиняюсь. Ситхов. Мы, наверное, тогда начнем. В принципе, это, наверное, не так сложно. Нет, нет, не будем начинать с ситхов. Мы потом, если что, с ситхами будем переигрывать. Придерживаемся тактики, что мы сначала закрываем, а потом уже делаем подвиги. Прям жестко, прочно, я хотел сказать, но нет. Жестко, крепко возьмемся за подвиги и будем пробовать их выполнять. Я думаю, что у нас в теории должно все получиться на этом завоевании. По крайней мере, надежда есть. Как забирать ЛВ и МДК, конечно, вопрос, но опять же, учитывая, что здесь продаются различные технологии, то я думаю, с помощью технологий, если что, мы, собственно говоря, это дело и будем проходить. Так, поехали, помчали. У нас скоро будет следующая награда, но не сундук. А, ну, в принципе, скоро туда третьего сундука уже осталось недолго. Так, здесь у нас РСМ. ЗГ мы сможем запилиться, нет? Мне же 50 боев за светлую сторону еще надо как-то выполнить. Потому что если сейчас мы сольемся за ГС, то скорее всего нам придется проходить за темные паки. А светлые паки тогда уже оставлять непосредственно на переигровку на первые три сектора. О, слушай, неплохо. Точно, у нас же решительность лидера уже два диска. Да. Давай мы сюда разок вжарим. Ну, она просто может запрет на прохил кинуть, а это нам... Ой, как не надо. Давай сюда раз. Ну, здесь мимо. Нет, слушай, нормально. Не, хорошо, хорошо. Можно еще отыгрывать светлыми, это радует. Это очень даже весьма, ага. Ну, поехали тогда. Попробуем немножко. Так, здесь у нас есть наградка, но мы ждем третьего сундука. Диски данных, прикрытие, защитное построение у меня уже такое есть. Ну, я думаю, что еще одно возьмем. Слиния гони, решительность лидера, защитное построение у нас есть. Но я еще одно возьму на всякий пожарный. Блин, вот усиление огонь, я не знаю. Так, ладно, я его возьму, потом будем смотреть. Поехали. Потом будем разбираться. Просто восстановление получается 12% защиты. Это уже, как бы, извини меня, 6% защиты это немало. А 12% это мое почтение. А, тут провокация. Так, давай сюда. Бок Атон Крайс сейчас было бы неплохо вырубить, потому что она может дать массовое ошеломление, а нам это ни к чему. Нам это, наоборот, даже очень плохо. Слушай, ГЭС все-таки с этими дисками данных умеет, могет, способен. Угу. Охренеть, они ему даже бонусную защиту сбить не могут, понимаешь? 110 тысяч, просто вот так вот с бухты-барахты.
Да, неплохо. Лидер решает, конечно. Был бы он у меня в R8, я думаю, это было бы вообще нечто. Падме пак. Вот это уже на самом деле плохо. Зачем я гэсом на него пошел, кстати, большой вопрос. Да. Мы так его не пробьем. Блин, надо было ситхами идти. Твою ж дивизию. Ну не подумал, дурачок. Не, давай я, наверное, выйду. Все-таки перезайду. Мы, скорее всего, проиграем, но если и затащим, то мы затащим там одна звезда будет. Очень не хотелось бы этого. Зайдем ситхами и не полным паком. Несмотря на подвиг, мы зайдем все-таки не полным паком. Да. Да. Не полным паком лучше. Попробуем три звезды сразу со старта взять. Так, начнем, видимо, с Падмы. Не надо его бить. Не надо. Не стоит этого делать. По идее, ГК сейчас не должен получить провокацию. На нем потрясение висит. А, он снял его. Тогда ладно, тогда он должен. Вот и ульта подъехала. Уф, как это было больно. Но опять же, мы потеряли только защиту. Ничего страшного, можно было в соло заходить. Да, но три звезды, как ни крути, в любом случае получили. Так, где у меня мой антистресс? И давай еще одно защитное построение все-таки возьмем. Усиление агонии, усиление агонии. Ладно, пока оставлю усиление агонии. Но я думаю, что мы в скором времени от него избавимся. У товарищ ГЭС. Бляха, это жестко. Он может наказать. Хотя тут, наверное, самые противные паки, это все-таки древен пак. Учитывая их модификаторы, это, наверное, все-таки самая жесть. Товарищ ГЭС, ходи, пожалуйста. Твою мать. О, это же Рекс, а мне Файвс нужен. Не надо было брать Малака. Он мне сейчас только все испортит. Допустим так. Допустим так. На нем страх. Давай собьем этот страх. Ого! Как мы сбиваем-то моментально. Но это минус малок сейчас у нас будет. Нет, ну вот сейчас будет. Ладно. Все, вот сейчас минус малок. Сам виноват, не надо было его брать. Просто когда изначально начинаешь играть,
то с ним все работает. Потом набираешь диски данных, и в зависимости от тех дисков данных, которые ты набрал, то немножко уже надо корректировать паки. Вот сейчас уже можно, в принципе, корректировать. Опять ГЭС. Теперь мы пойдем в Солянова. Должно все пройти. Да что же у меня тут так чешется-то? А, царапина, нихера себе, поцарапался, и царапина чешется, прикинь. Вот это да. Так, ну давай. Блин, мы слишком больно бьем. Угу. Не, мы реально очень больно бьем. Нам бы как-то послабее. Так, давай вот так. И вот так. Есть, хорошо, все, на нем защита, до свидули. Не-не-не-не-не, пацаны, прекращайте, прекращайте. Не светит вам нихуяшечки. Бонусную защиту, прикрытие, я могу восстанавливать. Поэтому в идеале, конечно же, ее не терять. А можно и потерять. С другой стороны. Я почему не захожу сюда полными отрядами ситхов для того, чтобы выполнять местный подвиг? Потому что я не хочу просаживать их всех на тот случай, если вдруг мне где-то кто-то потребуется на ЛВ. Хотя на ЛВ, мне кажется, нам надо будет заходить все-таки Кайло Реном и пробовать за него что-то решать. Да, сестер нет. Палпатин, мне кажется, точно не справится. И все, а других вариантов у меня, в принципе, нет. Ох ты ж, Древан Пак. Ну, это ППшки. ППшки, слушай, вроде неплохо разбирают этот Древан Пак. Стан в Малака. Передаем ход. Еще раз стан в Малака. Либо массовку. Ладно, сейчас посмотрим. Ага. Так, массовку сейчас пока дадим. Ух, ни хрена себе, массовка чересчур оказалась. Хорошо, Малак отлетел. Отлично. Пыбаси отлетела. Давай, наверное, вот так сделаем. Потому что в него призвать мы толпу не можем. Древана нельзя атаковать толпой через призыв. Там всегда будет только один персонаж его атаковать. Призывные никто не придет. Фишка Древана. Его боятся бить толпой. Здесь мы какой магазин залетим? Средний, малый. Вот в этот. Вот в этот, окей. Джавы. Бляха. Но опять же, в теории... Один Кайло, он если наклепает себе урон, простакает. И он не боится термальных детонаторов. Но ему надо нормально настакаться. Еще копим ульту. Все, сейчас перейдем.
Отлично. Вот, собственно говоря, и все. Ничего сложного. Хотя джавы на самом деле бесячие достаточно из-за их модификатора. Там за счет подрыва детонаторов они себе восстанавливают чуть ли не всю защиту, и их убить достаточно проблематично. Если на персонаже нет иммунитета к урону вот этому за счет иммунитета к урону от процентов здоровья, то пачка отваливается, в принципе, достаточно-таки уверенно. И это плохо. Так, сюда. Перестаньте. Слушай, а чё я Кайло Рен это высаживаю? На ЛВ-то я кем пойду? Блин, стимуляторы придется купить. Ну ладно, не страшно. Не страшно. Так, это третий сундук. Да, третий сундук. Отлично, отлично. Пока нормально идем. Ну, мне так кажется, вообще не знаю. Так, это мы берем. Сюда заваливаемся толпой ситхов. Оу, Старкиллер, Мара Джейд. Кого бы еще? Трею. Не знаю почему. Ну, наверное, да. И можно было и Няху попробовать взять. Да не суть важно. Хорошо, что это не великая арена, и у Старкиллера не работают омикроны. Но мы его все равно повяжем на всякий пожарный. И повяжем Вейдера. Ага. Это что, урон только что был? Что это было? Типа Старкиллер попробовал что-то сделать, но у него ничего не получилось. Вот примерно так это выглядело. Но он на самом деле здесь и не должен вообще что-либо делать. Ну серьезно, он без омикронов... В теории, не такой, что... Да не в теории, а он не такой, что и крутой пацан без омикронов. Давай сюда еще подкинем. Что ты делаешь? Ага. Оу. Хера ты разошелся, слышь? Надо было его первым забирать. Я понял. Я понял. Мое почтение. Неплохо он, конечно, вжарил по самое не балуйся. Выиграйте бой, сохранив клон сержанта. Победите не менее 3 врагов за один ход. Не очень люблю такой подвиг, но что поделать. Здесь ничего интересного, ничего интересного, ничего интересного. Прям вообще нет, поэтому пойдем туда, где проще пройти. Эваки нет. ГЭС. Тогда, наверное... Да. Таким образом сходим. Император Вечных Ситхов. Уже 60%. А мне надо еще хотя бы минимум один раз с ним сходить на ГЭСа. А я схожу. Я вот вредный, я возьму и схожу. Так, повязать кого? Дукича, наверное? О, не, слушай, а что если Альфа и Верзила? Они, по идее, вдвоем должны как раз нам нормально разгонять. Сейчас еще Магностраж получит провокацию. Он же получит провокацию. Очень хочется надеяться на это. Да, есть контакт. Ходи сюда. Спокойно, спокойно, братишка. Бум.
Так. Давай, наверное, вот таким образом поступим. Блин, а на нем потрясения нет. А, нет, есть. Отлично. Слушай, ну прикрытие вообще имбовая тема. Они не могут сбить вообще прикрытие нам. Прикинь, сколько прикрытие занимает? Одну ячейку. А если мы возьмем 12 прикрытий синих, это получится плюс 900% бонусной защиты. 900. Охереть, вот это будет жесть, конечно. Ну, здесь нечего брать. Ну серьезно, я не вижу здесь ничего интересного. Ну, прикрытие давай 50% возьмем. Можно, в принципе, взять, снять усиление агонии, добавить сюда защитное построение еще одно. И тогда как раз-таки прикрытие 50%. И у нас 125% прикрытия будет. И восстановление 12% защиты. Я думаю, это неплохо. Все. Все попытки уже скупили. Все докупы сделали. Ну, поехали в одно рыло. Посмотрим, насколько это неплохо. Хера себе, у него доп защиты больше, чем основной защиты. Здесь, по идее, надо соку вязать. Он непробиваемый, он просто пули непробиваемый. Серьезно. И это 50% выносливости. На сотке это будет просто пушка космос. Давай сильно-сильно ударим. Вот только сейчас сбили доп защиту, и то не они сбили, а я ее сбил. Потому что мне 100% урона обратно прилетает. Круто. Офигенно. Шикарно. Бесподобно. Нам на переигровку на 3 звезды. Это будет просто топовый вариант. Изи-пизи будем перепроходить. Так, здесь мы кого берем? Мы, конечно же, берем прототип. Не можем не взять прототипа. И на мола мне не хватит пока что, да. Плохо. Кем же мы сейчас будем заходить? Также 501-ми попробуем. По идее, у ГЭСа сейчас доп защиты тоже будет пушка космос. Хрен пробьешь. Ой, тут Гривантус. Ну прекрати. Так, сюда. Сейчас еще эхо сходит, красавчик мой. Ага. Да ты хоть 20 раз прокатись, ни хрена тебе это не поможет. Вертолет недоделанный. Божественный ГЭС.
Просто охеренные. Не, не. Угу. Да, конечно. Вот и все. Берите, пацаны, прикрытие. И решительность лидера. Решительность лидера и прикрытие — это супер универсальные диски данных. Они будут работать, мне кажется, всегда вообще, при любых раскладах. ГЭС. ГЭС на ГЭСа? Да не. Давай Палпатина. Блин, пережмем сильно. 30% выносливости, будет очень долго восстанавливаться. Опять у нас всего один сектор остался. Так, берем Асцоку тут опять же в связь. Собаководы меня поймут. Мы, короче, связали Асоку Тана и ГЭСа. Повязали. Так, тут Файвз есть? О, да, Файвз. На, братан. Сюда ходи. Все, ульта готова. Можем уничтожать. Будем кого-то вязать или так просто бах? А, не, подожди, слушай, лучше от Файвза избавиться просто так. Просто базовыми. Угу. Все, теперь можно очень больно ударить. На этот раз даже доп-защиту не потеряли. Хорош. Есть контакт. Прямо хорошо заходит. Дальше. О, уже что-то получили. Неплохо. Очень надеюсь на красный сундук. Я прям на него сильно рассчитываю. Так, говно, говно. Ой, 75% прикрытие еще одно. Ой, шикарно. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это топчик. 150% бонусной защиты. 150%. Ебать. Это просто великолепие. Это просто бомбастер. Мы то 50% выкинем, поставим 75% дополнительно и все. Понеслась. Ага. Да, учитывая количество ходов, которые они совершают, они могут тут защиту сбить, в принципе. Исчезла, да, у меня улыбка на лице? Да ничего, я сюда могу зайти триумвиратом и, в принципе, нашлепать им по губежкам. Весьма неплохо. Это, сука, вот этот вот Пау, падла. Это он тут вечный раздражитель. Да, они еще и с Файвза начали, ну конечно. Да. А почему моя 100% контратака не срабатывает? И у них иммунитет контратакам или что? Я понял тебя. Ладно. Тогда ситхи. Тогда ситхи. Так. Ситхи. Бабка Трея. Няха. Сион. Давай возьмем Дарталан.
и Малака. Нет, давай Дарталан вы... Нет, возьмем Дарталан. Или не возьмем. Возьмем. Или не возьмем. Так, блядь, пусть будет. Или не надо было? Да не, надо. Главное, чтобы от массовки не отлетело, от первой же. Так, давай сделаем вот так. Увеличим ей доп. Защиту. Сюда. Нам надо от Пауи избавляться. Так, запрет кинули, неплохо. Бляха, Мотма уже практически сдохла. Остальные живее всех живых. Так, Мотма откинули, откинулась. Это хорошо. А у нас кроме Павла умеет кто-то гранаты кидать, нет? Вроде же ни у кого массовки нет. Бестан не уверен, есть у него массовка или нет. Ой-ой-ой-ой-ой, а что-то я Сиону прошляпил. Хрена Сиону вжарили. По самое не балуйся. Это все вот этот дурачок, что ли? Блин, ну сам косяк. Нужно было на 3 звезды пройти. Угу. Так, сюда разок. И Малак сейчас завершит. Есть контакт. Да. Надо Дарталан покачать. Она же во фрифарме вроде появилась уже. Ну, я почти на палача вышел. Кстати, палача будем брать на стриме. И скорее всего... Скорее всего... Будем брать сразу в 7 звезд. То есть весь стрим будем проходить, там сколько получится? 24 попытки. Будем сразу в 7 звезд открывать. Ибо нехуй. Долго тянуть. Угу. Так, товарищ Палпатин, контратак много не надо. О, теперь можешь, теперь можешь, теперь можно. Так, поехали. Давайте, разгоняйте меня. А, связи-то нет. Хотя они так много ходят, что-то тут и без связи ульта, в принципе, разгоняются, мое почтение. Угу. А прикинь, я только сейчас понял, с этими дисками данных какой будет млюк. Это ж вообще, наверное, пипец. У него ж своей защиты может быть там 1250. И тут еще 150% сверху накидывается. А это все еще перекатывает в урон. Ебать. Надо быстрее на млюка выходить. Блин, а я на МДК иду. Я, кстати, по звездам на МДК собрал. У меня только один персонаж. Бокатан Крайс осталось 2 звезды дать. Дальше останутся только тиры немножко. Ну как немножко? Множко, конечно, но тем не менее. Так, прикрытие. Вот это мы убираем. И ставим вот это прикрытие. Да. Шикардосики. 130 энки. Это на 6 боев. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Идеально. Главное сейчас не проиграть ни разу. Не проиграть ни разу. Но по идее, если мы обгоним и получим страх и провокацию
получит Малак, дадим страх, и провокацию Малак получит, и все будет хорошо. Да как не обогнали-то, охренеть. Кстати, хорошо, что есть имперские штурмовики. На них очень удобно фармить подвиг, где требуется убить 50 соперников за того-то или того-то. Потому что они, видишь, воскрешаются еще по 3 раза. Поэтому засчитывается больше убитых, чем на всех остальных. Что не может не радовать. Хорошо. А здесь нам надо... Тоже же вроде есть подвиг такой. Заклонов штурмовиков вроде, да, надо убить? Ну-ка, подожди, я перепроверю. Да, убейте 50 врагов, играя заклонов штурмовиков. Ну, это вот за ГЭСа, когда играешь, только без ГЭСа. Бляха, еще одни. Ну, давай. Вроде выносливости должно хватить. Мне главное не проиграть ни разу. Но то придется опять энку за сотку покупать. Точно, они даже если обгоняют, они же дурачки, бьют массовкой. И стабильно получают страх, и стабильно Малак получает провокацию. Да, все, четко, хорошо. Держите, братцы. И еще держите. А что такое? Не получилось провокацию получить? Сочувствую, братан. Давай вот таким образом сделаем. Пыбася. Нахер тебя. Пу. Слабенький выстрел, но тем не менее. Давай сюда сделаем. Есть контакт. Береговой классный. Если что, береговой штурмовик прям топчик. Выиграйте не менее 50 боев, используя полный отряд темной стороны. Да, это наш первый глобальный подвиг, между прочим. Надо переходить на светлую сторону. Не вообще по жизни, а просто пока что на светлой паке. Здесь мы ищем кого? ГЭС. Бляха, опять Палпатина брать. Ну вообще выносливости не остается. Мне на пятый сектор надо будет много выносливости. Леха, я уже проигрываю по скоростям. Так, Файвс, давай, просади ГЭСа, будь добр. Да не надо контратаковать, Палпатинушка, ну что ты делаешь? Дружище мой глупенький. Леха, как мне ЛВ проходить? А он еще и с молом ведь там. Угу. Да не, я думаю, мы за ПП порвем его. По крайней мере, мне очень хочется в это верить. Ой, бонусную защиту потеряли. Ай-яй-ай-яй, ой-ой. А, ну да, своего-то у нас не так много и осталось. Бляха. А вот и проиграл. Надо было вата взять. Эх, нет, 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 живи, тварь. Блять. Энку за 100 придется брать. Почему я вата не взял? Я забыл что-то совсем про него. Да не, это самоуверенность. Слишком дохуя ее. Надо бы в разы поменьше, конечно. На. Не, ну вату тут капсда, конечно.
то почти 140 тысяч аджор у нас получается за счет генератора щита. Вот смотри. Так, нет, это не то. Блин, надо дождаться, когда ход Палпатина будет. Так, тихо, покажи мне. Ну, короче, мне что-то там цифра увиделась. Порядка 140 тысяч, 135 или что-то типа такого. Генератор щита защиты восстановил за один ход. Ну, хороший вы пить. Нет, сейчас они нас точно не пробьют. Угу. Не, пацаны, не выйдет нихуишки. Так, я в ульту. Я в ульту, звучит прямо как я в домике. Все, меня не трогаем. На нахуй. Не особо сработало. Блять. А, не, мы ж тут можем отхилиться не дурно так. Хотя мы потеряли прикрытие, вот это все равно больно очень. Слушай, мы теряем больше, чем отхиливаем. Походу придется стимулятор покупать. И нахули. Инку покупим за сотку. Стимулятор купим. Жируем. Мы перевяжемся еще разок. А то есть мнение, что ГС нас ушатает. Давай, я хожу, я хожу, я хожу! Я должен был ходить, мразь. Хорошо. Да нет, конечно, плохо. Надо было выносливости ему восстановить, да и все. Прикупить маленько. Только давайте не надо еще одного ГЭСа, очень прошу. Только без ГЭСов. Так, дурачки. Ой, все, нет, тут хорошо, ладно. Так, здесь что по стимуляторам? Средний набор стимуляторов. Имперский указ. Если у человека лидер находится в Южном Перец, он получает... Каждый раз, когда союзный имперец, чайки лидеры используют во время своего хода, урон всех союзных имперцев увеличивается на 10. Слушай, неплохо, в принципе. Галактическая республика. Старая республика. Клон-штурмовик. О! Который можно снять. Он также получает заряд бесстрашия, который на 5% к атаке, шансы на критический. Вот это я, наверное, возьму и с помощью этой херни буду проходить непосредственно подвиг на... клонов штурмовиков, потому что ГЭСа я там использовать не буду. Хотя, с другой стороны, мне не надо, чтобы они больно били. Мне надо, чтобы они убивали, но проигрывали по итогу. Потому что я не хочу заходить в бой, быстренько выносить 4 соперников и ждать, когда закончится время. Это прям меня раздражает дико. Так, давай этого дурачка попробуем ушатать. Ой-ой, прикрытие закончилось. Ну, плохо, конечно, да, но опять же не смертельно. Вроде бы как. Мне почему-то дико не хватает скорости другим моим штурмовикам. От Рекса вообще как хер когда дождешься, чтобы он сходил. Хотя он должен наоборот ходить... часто.
У него скорость должна быть просто пушечная. Но нет. Ну, Файза в этом плане проще. Файз получает шкалу хода, по-моему, каждый раз, когда атакуют союзника. Если я ничего не путаю. Угу. Так, сюда ходи. А иммунитет критам он еще не успел получить, да? Да, у него всего один слиток без кара. Тогда сдохнет быстро. Я с другой стороны, я вот что-то сейчас подумал. Мы сейчас купим энку за 100. И сделаем так же, как до этого делали. Просто возьмем паки, которые у нас есть, и пойдем там либо боевку какую-нибудь перепройдем, либо где-то сыграем на подвиг какой-то глобальный. Победите не менее 500 врагов, окей. Так, а здесь у нас чего? А, ну это мы двинулись за четвертым уже. Да, мы за четвертым ящиком двинули. На пятом секторе будет самая жопа. Пятый сектор это вообще мапупа. Сколько, 60% есть? Да. Последний бой за 500 первых играем. Обидно, мне нравится за них играть. Особенно с хорошими дисками данных. Угу. Так, здесь охотники дурные, они будут шмалить куда угодно, кроме Гесса. Потому что они умеют игнорировать провокацию. Главное, чтобы система не сломалась. Угу. Ходи сюда. Так, давай сюда. Хорошо. И поехали. Начнем, наверное, с бобы. Да, ну перестань. Ошеломление. На одного только упало. Плохо. Минус. Джанга. Да, перестань. Что он получил провокацию не страшно, потому что он достаточно быстро откиснет. Мы ему слишком много хп порезали. Имеется в виду максимальное количество здоровья. Вот он защиту сейчас потерял, и все. И вот на, и все. Видишь, с одного удара уже минус половина. Давай тогда, наверное, сразу его заберем, просто чтобы он тут не мешался. Да не дай бог еще раз провокацию получит. Давай вот так. Ух ты, шляпник. Отлично. А, в теории, можно их побольше 50% просадить. Вопрос, надо ли мне это? Давай, наверное... Нет, сделаем вот так. Чтобы у нас на всякий пожарный был выбор какой-нибудь технологии. И вернемся чутка сюда. Прикупим мола. Есть. Мне валюты, наверное, не хватит, да? Сотка. Ну, поехали сотку. Что делать? Валюты может не хватить на прототип. Хотя, по идее, там всего один... Там же всего один магазин остался.
507, нет, 575. Блин, должно хватить. Пока нельзя валюту тратить. Угу. А есть смысл вообще изначально лорда Вейдера бить? Наверное, нет. Наверное, не надо было. Надо было, наверное, сразу в красного долбить. Чтобы с него настакивать мастерства побольше. Ох. Хера Вейдер что вытворяет? Так, а как мне всю эту херню проходить? Давай, наверное, дадим вот так раз. Вот так, два. А сейчас на третий раз мастерство попробуем соснуть. Слушай, мы не пройдем здесь. Мы вообще урона не наносим. Тысяч что? Ебать. Жесть, как она есть. Пробовать на ситхов переключаться. Восстанавливать защиту Палпатину, брать технологию. Вот это за 150 кри. Блин, я хер знает. Тут как-то за Кайла надо настакивать постоянно. Настакаться и наносить бешеное количество урона. Но как здесь это сделать? Ну серьезно, мы что-то урона вообще не наносим. У нас сейчас Вейдер всех ппшек разберет. Все. Сейчас Хакса ушлепает. Нет, не ушлепал, но сейчас ушлепает. Бляха, мол, разошелся, скотина.
Угу. Я вообще урона не наношу, нисколько. Жесть. А вроде же раньше не было лорда Вейдера, нет? Что я не помню. Так. Ну-ка, получится у меня... А, не хватило до третьего заряда? Чё, и крит не нанес? Бляха, ну я даже если ему 100% выносливости дам, я вряд ли смогу тут пройти. Я не могу нанести урона нормального. Нисколько. Палпатина. Я, допустим, возьму. Что я сделаю с ним? 200? Да хуй с ним. Ситхов возьму. Допустим. Технологию вот эту прикуплю. Он останется последним ситхом. Происки тьмы. Давай, кристаллы мне позволяют. Мне просто кажется, что мои ситхи, ой, как быстро отлетят, конечно, от этого всего. Моментально просто. А всем выносливость восстанавливать я не намерен. Кого тут повязать? В теории Вейдера надо повязать. Чтоб все это было по красоте. Тут еще и пиет. Бляха, от сандалика. Это вообще законно? На них страх не действует. Ебать. 4000. 22000. 19000. 11000. Пиздец. Это невозможно. Точно, мола надо было вязать. Почему я Вейдер это связал? И технологию начального связывания надо было использовать. Сос. Так, давай попробуем теперь через мола. Что мне это даст?
Мне кажется, тут через ситхов вообще не имеет смысла прохождения. Тут не пройти ЛВ. Это надо Кайло пробовать целиком полностью восстанавливать и за него залетать. А, он в инвизе сидит, падла. Ну, в чем прикол, Дес? Запрет я на него сейчас не смогу кинуть, да? Да. Ну все, сейчас Мол должен, по идее, разносить. Страх на них не работает. Не работает же страх? Не работает. Пиздец. А Мол еще, судя по всему, чистый урон наносит, да? Весело. Что делать? Бляха. О, кстати, Мола можно прикупить. Блин. Да, без МДК, конечно, проблемка. А где мне взять МДК? Нигде. Может, со 100% выносливостью что-то и выгорит. Сейчас попробую настакать Кайла. Так, ну вот смотри, допустим, я даю раз. Угу. Так, я немножко ворую мастерства. Акс, ты мне нужен. Так. Это я чуть-чуть еще раз вот так делаю. Слушай, а может вата надо было сюда взять? Хотя вата зачем? Генератор щита кинуть? Я бы, может, с сестрами бы и попробовал, но у меня, видишь, у меня сестры-то не реликтовые, они ж не выстоят, ни хренушечки. Блин, сколько мне надо зарядов заиметь, чтобы я мог хоть как-то их урон наносить? Триста двадцать зарядов у меня. Давай еще разочек. 360. Да это невозможно. Где там у нас стимуляторы еще продаются? Мне кажется, я даже со 100% Кайло Реном здесь не пройду.
здесь нет. Бляха, тут малый. Опять малый. За валюту я не хочу брать. Средний. Так. Восемьдесят семь. Пиздец. Ладно, последняя попытка, все равно инка заканчивается. Не, ну вариативности ноль. Куда? Блять, уже неправильно. Может, самого Лорда Вейдера попробовать херачить, нет? Ну, серьезно, смысл мне бить красного? За Кайло Рена, да, стаки настакивать. Но всеми остальными там... Всеми остальными там можно Лорда Вейдера в теории бить. Да не, у него аджор просто колоссальный. Тихо-тихо, дайте я в ульту сбегу. Двадцать шесть тысяч. До этого было 16. Прямо-таки прогресс. Он все заряды слил. 43 тысячи. Так все равно я массовкой наношу 20 тысяч по всем. 20 тысяч, серьезно, Карл. 20 тысяч, это вообще, это ничто. Это не сумма, это не урон, это не удар, это ничто. О, кстати, подожди. Да подожди ты, братан. Бляха, ни одного крита. А в альту я теперь не успею перейти, да? Еще и запрет на прохил накинул. Псина, блядь. Не, ну вариант есть. Я думаю, со 100% пачкой мы, в принципе, завалимся и сделаем его. Жесть. Охренеть. Просто, конечно же... Я говорил, что с Лордом Вейдером будут проблемы. И вот они и нарисовались. Ладно, продолжим уже в следующей серии, так что если интереснее, то обязательно подписывайся, жду тебя в комментариях, ставь лайк, если понравилось, большое спасибо, что посмотрел, с тобой был Роман, и да пребудет с нами сила.